Здравствуйте, с вами Юлия Чернеева. Поздравляем с Днем Защитника Отечества всех наших зрителей. О том, что интересного случится 23 февраля в Самаре, расскажем прямо сейчас. Праздничные мероприятия начнутся в четверг в 11:00 с возложения цветов к вечному огню на площади Славы. В церемонии примут участие первые лица региона, командование 2-й гвардейской общевойсковой армии, ветераны, военнослужащие, представители общественных организаций и жители города. В 12:00 у монумента «Ладья» на набережной Волги состоится финиш конного похода по маршруту «Станица Борская-Самара» и пройдет большой казачий праздник. – В программе представление этнографической экспозиции «Казачий корень», традиционные забавы казаков и концерт с выступлением фольклорных коллективов. Особо стоит отметить историческую реконструкцию военно-патриотического клуба «Они сражались за Родину», которую посвятят событиям Отечественной войны 1812 года и Великой Отечественной войны. В 9 вечера у «Ладьи» для жителей и гостей Самары пройдет праздничный артиллерийский салют 30 холостыми залпами и 30 залпами 2 салютных установок. С праздником, друзья! Хорошего вам настроения и отличных выходных!